Идея будущего парка родилась на бизнес-форуме в феврале этого года. Потом появилось красивое название – Международный центр покорителей Вселенной «Гагарин парк». Позже задумка нашла воплощение на бумаге. Масштабный парк будет в Зауральной роще. Общаясь с людьми, мы поняли однозначно. Никакой застройки жилой, никакой застройки там капитальной, коммерческой быть там не может. Это должен быть наш огромный центральный парк культуры, отдыха, спорта, науки. Гагарин парк станет универсальной зоной отдыха для всей семьи. Детская школа подготовки космонавтов, концертный зал, планетарий, аквапарк, музей, а также центр развлечений, кафе, рестораны, зоны отдыха, спорта и туризма. Это мини-городок, где отдохнуть и узнать много нового для себя сможет любой желающий. В реализации масштабного проекта будут участвовать бюджеты всех уровней и, конечно же, инвесторы. Последних сейчас активно ищут. Предстоящий форум, где как раз и будет проходить презентация проекта, дает большие надежды. Ожидания от форума первые, реакция горожан, обратная связь. Второе – это интерес потенциальных инвесторов. Наполняемость парка уже разработана. Теперь остается придать всему красивый вид. Над этим будут думать архитекторы и дизайнеры со всего мира. Конкурс на лучший проект стартует уже в следующем году. Ведь задача перед дизайнерами стоит большая. Каждая площадка парка должна быть эксклюзивной и в то же время в едином стиле исторического центра Оренбурга. Наталья Мороз, Игорь Бероев. Новости дня.